Я вас приветствую на своем канале, с вами Валентина. Готовим кисель здоровья. Нам понадобятся овсяные хлопья. Возьмем 2 столовых ложки. А еще нам понадобится семя льна или льняная мука. Также в кофемолку отправляю льняное семя, 1 столовая ложка. Теперь перекрутим примерно до порошка. Берем кастрюльку, все высыпаем. Добавляем 200 мл воды теплой. Все перемешаем. Хорошо размешали, чтобы не было комочков. Добавляю еще 200 мл воды. Ставим на огонь. Обязательно помешиваем. Доводим до кипения. У нас с вами все закипело. Теперь мы выключаем. У нас овсяные хлопья и семя льна выступают как полезный крахмал. У нас сейчас он загустеет. Консистенция будет как кисель. Наш киселек еще раз промешаем. Закрываем крышкой и даем буквально 15-20 минут настояться. Процеживать и протирать ничего не надо. Слегка остынет и можете добавить подсластитель. Я буду использовать мед. Такой кисель лечит гастрит. Конечно, это длительный процесс. Очень хорошо его пить, когда мучает изжога. Также рекомендовано, у кого язва, пить натощак 1 раз в день. Курс где-то 10 дней. Конечно, такой кисель очень быстро готовится. Буквально 5 минут, и он у вас сварен. Предлагаю вам заранее прокрутить геркулес и семя льна. Но не в большом количестве. Сложить в сухую баночку и по мере возможности пользоваться. Смотрите, какая у нас получилась консистенция. Если вы будете натощак есть этот кисель, такую натуральную кашу геркулесовую на воде, она улучшает у вас работу кишечника. И, во-первых, это же все натуральное. Также вы избавитесь от запоров, восстановит кишечную флору. Если вам нельзя мед, вы можете добавить фрукты, тот же сахар или заменитель сахара. Лично я добавляю 1 столовую ложку меда. Все хорошо перемешали, переливаем в емкость, в кружке или в тарелку и употребляем. У нас получилось вот такое маленькое количество. Съедите все сразу. Отлично. Не съедите, поставьте в холодильник. Угостите мужа, жену, детей. Но желательно не оставлять, а каждое утро готовить свежий. На всякий случай рецепт будет в описании под видео. А вы заходите на канал, пишите свои рецепты, будем готовить. Пишите также комментарии, подписывайтесь и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. На этом все. С вами была Валентина. Пока-пока.